Мы продолжаем парад новогодних елок в период 2018-2019 год и представляем вам труд коммунальщиков, нарядивших елку не возле кинотеатра «Комсомолец», дворца культуры «Комсомолец», как бы это было во многие прошлые годы, а прямо здесь, в этом парке, парке Бульвара Дружбы. Вы видите сейчас уставших коммунальщиков и детей, которые сейчас находятся в центре этого кадра, которые ждут не дождутся, когда, наверное, когда коммунальщики уедут, с тем, чтобы начать уже приватизировать некоторые атрибуты этого праздника. Вот. Как здесь не посоветовать им заниматься баскетболом и другими спортивными увлечениями, с тем, чтобы суметь достать до елки до того, как и суметь убежать до того, как тебя достанут охраняющие эту елку полицейские. Но сейчас мы видим не самую парадную сторону этой наряженной елки, но видим способ, которым украшения, новогодние шары, новогодние игрушки были доставлены на вершину, на макушку этой зеленой красавицы, которая, к слову сказать, занесена как голубая ель в Красную книгу Российской Федерации. Вон, сейчас вы видите самый красивый шар. Человек, который ее снимает, в центре этого шара. Вот тут даже самые интересные шары тоже есть. Вот вид снизу. И колокольчики, не только шары, я был немножко неправ. Ну, красиво, оригинально, незаурядно. По крайней мере, мы такого раньше не видели. Смотрим еще раз. Неожиданно. Ёлочка ничего выросла. Да уж. Вы тоже наряжали, да? Наряжаем. Да? А, еще не успели. Не хватило игрушек. Почему? У нас перерыв сейчас. Сейчас мы это сам, потом мишура тут. Ну, будет она охраняться, вот интересовались, да, школьники. Потому слава богу. Потому что будет все огораживаться. А, вот это вот. Слава богу. Да. Дай бог. А кто же автор идеи нарядить елку именно здесь, а не... Жильцы. О, здорово, здорово. Ну, спасибо им и вам. Ясно. Молодцы, ребятки. Зафотографируем этот кадр, который может стать кадром новогодней открытки. К слову сказать. О, согласитесь. Неожиданно. Чуть-чуть отойдем. Вообще будет замечательно. Вот она, елка Бульвара Дружбы. Наряженная сегодня 19 декабря. В день святого Николая Чудотворца, Николая Зимнего. Который вот таким образом, праздник которого почтили память таким образом, что нарядили живую новогоднюю елку, можно сказать, в центре бульвара, парка Бульвара Дружбы в Старом Осколе. Вот. Очень скоро, будем надеяться, здесь появится Дед Мороз и Снегурочка, которые будут раздавать подарки в обмен на стихотворение самых маленьких празднователей этого великого сказочного праздника, праздника Новый год и Рождества.